я в тебе на... Да, да, мы кивы. Друзья, я вас приветствую. Я сейчас дома нахожусь, есть немного времени старые файлы пересмотреть, поудалять. И вот я встретил немало интересного, что записывал почти год назад. Это был февраль 2019 года. Я ездил на день рождения к сестре Любе и племяннику, ее сыну Юрию было день рождения. Мы посещали много интересных мест, родственников. Вот Пашу с Викой, в частности, также посещал. И у нас было много интересного общения. Я хочу предложить вашему вниманию. Возможно, вам будет интересно посмотреть. И я думаю, во-первых, это в первую очередь родственникам предназначается видео. Будет интересно посмотреть на самих себя, вспомнить. В общем, благословение вам при просмотре. Так, ты для Люды поснимай, Люда, тебя здесь не хватает, давай приезжай в эти края. Насколько нас всех много. Просто, чтобы гонять. Я думаю, это не важно. Я думаю, это флагер местный. Всем привет. Привет. Сестричка. Ой, красавица, ты не приехала. Девушка, красавица. Нет, мы как глянули твой муж, как зашел. Как ясно солнышко. Это жена постоянно. Это все зависть. Да, Люда, вы только не надо завидовать. Что ты говоришь? Это он мне говорит. Обращайте на сестер. Его размерчик представительный. Те ушей. Те ушей уже. А тебе одной пары хватит. Не, она не знает. Одну вам, одну ему. Я одну штанину на вас двоих. Распустите на двоих парень. Одному уж. И расправишься. И на американский флаг еще парень. Если не спустить. Бориса, а где Надежда? Она приболела. Мой комп, она шьет мне костюм. Работаешь? Она приболела немного. Как это? Так ты вообще не любишь? Да. Что? Чем там Пашка лечится? И вина. Рыжа стала. Ой, Пашка, нет. Как дела? Ну вас вода не устала. Ой, что такое дело? Смотри, Паша сразу. А Пашка приятно. А Паша сразу. Да ничего, тоже красиво, интересно. Тетя тоже вот смотри, тоже красная. Давай, давай, давай. Война тетка, не? Слушай, тебя не узнать, привет, вау, там повзрослел. Сколько тебе уже годиков? Маринка, кто у меня? Ну, а тебе чего готовить? Молодая мама, кстати. Красная молодая мама. Стелла. Правильно, нет, а золото, но и не будет. Я пока останусь.
Спасибо, спасибо. Жаль, что Андрея нету, что такое случилось не вовремя, можно сказать. Мама, почему? Да, я говорю.